Национальная филармония имени Сергея Лункевича, которая была серьезно повреждена после пожара, произошедшего 24 сентября, будет отремонтирована. Филармония будет реконструирована. Эксперты должны высказать свою точку зрения относительно нынешнего состояния. Уже есть предварительная экспертиза. Работа ведется по сносу той части, которая была повреждена, отметил министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров. Он отметил, что по указанию премьера была сформирована рабочая группа с участием представителей различных министерств – экономики и инфраструктуры, образования, культуры и исследований и Министерства финансов, и которая должна управлять ситуацией. Важным аспектом, который учли власти после пожара, было обеспечение деятельности коллективов, работающих в здании филармонии, утверждает министр. Во Дворце Республики был размещен симфонический оркестр под руководством дирижера Агафицы и оркестр «Фолклор» под руководством дирижера Нямцу. Управление культуры Кишинева предоставило помещение для ансамбля аккордеонистов. Администрация была размещена в помещениях, предоставляемых «Молдова-Концерт», уточнил министр. В то же время в Национальной библиотеке была сформирована рабочая группа, которая работает над восстановлением партитуры всей библиотеки филармонии. Министерство образования, культуры и исследований отмечает, что в общественном пространстве существует массовая мобилизация, за что оно благодарит всех участников. Отреагировали коллеги из Румынии, филармонии Бухареста, Урадя, ЯЗ. Многие люди культуры и искусства радуют солидарность, невиданная раньше среди политических деятелей, простых людей, деятелей культуры и науки вокруг этого объекта, который, безусловно, будет восстановлен, отметил Игорь Шаров.